Чубаров от имени Меджилиса крымско-татарского народа организовал и подготовил указанные незаконные действия, публично призывал прибывших с ним в город армянск граждан к их осуществлению. Кроме того, Чубаровым нарушение требований статьи 4-5 Федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях от 19 июня 2004 года, номер 54, 3 мая 2014 года были организованы другие незаконные публичные мероприятия, связанные с протестными акциями в поддержку Джемилева, выразившиеся в перекрытии лицами крымско-татарской национальности, представляющими интересы Меджлиса и крымско-татарского народа автодорог, населенных пунктов в районе Белогорском, 95-й километр автотрассы Симферополь-Керч, Бахчисарай-Севамурская, Красногвардейского района, города Судака, села Строго, на автотрассе Алушта-Ялта, а также в Ленинском, Советском и других районах Республики Крым. Предупреждаю Чубарова Рифата Абдурахмановича, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Требую незамедлительно прекратить экстремистскую деятельность. Разъясняю, что если указанные в предупреждении нарушения федерального законодательства не будут устранены, то в установленном федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности 25 июля 2002 года номер 114 ФЗ в порядке Меджлис крымско-татарского народа будет ликвидирован и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.